Штатов. У него родилась идея, значит, как бы фотообмена. Хорошая выставка. Не то слово. Посмотри обязательно. Сегодня же скажу. Тебе правда понравилась выставка? Правда. Хорошо. Ух ты, как круто. Верно? Ты есть тот самый романтик, который, наверное, прослеживается с того времени. Экстра-класс. Ну, вообще, я хочу сказать огромные слова благодарности. Хорошо. Когда я ее увидела, была очарована. Ну, конечно. Я была в шоке от того, что я была участником всего этого действия. О, супер какой. Аплодисменты! Давайте посмотрим. Все, и поехали. Профессиональный фотограф Жалнин Николай Германович. Встречайте. Добрый день, дамы и господа, товарищи, друзья. Такое неожиданное открытие, прямо очень приятно даже. У нас так всегда. Ну, я верю, сегодня открывается выставка, которая, видимо, сломает. Я уже сказал вот этот стереотип, что город ваш славный Североморск с русским визитом заходят только военные корабли. Сегодня такой дружеский визит, культурный десант такой, правда, без участников выставки. Но, тем не менее, выставка вот в этом качестве ездит по миру. Многие города, у которых она уже выставлялась, они все перечислены на афише. И теперь к ним еще добавится и город Североморск. Это все характеризовать, я бы сказал, что это рок-н-ролл настоящий. Потому что нет какой-то определенной системы. Там и черно-белые фотографии, и цветные, и живопись, и акварель, и графика, и масло. И все это составляет одно целое, вот эту выставку. Ну, вот вкратце, что могу я вам сказать. Надеюсь, что вам понравится. Надеюсь, что это не последняя выставка. Будем считать, что вот старт такого международного сотрудничества был дан сегодня в Североморске, в
городском выставочном зале. Еще хочу сказать отдельное спасибо Наталье Владимировне Андреевой, однофамилице организатора клуба, которая вот тут у нас были проблемы с пересылкой, с почтой, работы задержались. Конечно, она так вот пошла навстречу и на целую неделю как бы еще у нас подождали здесь. Вот, так что спасибо всем. Welcome. Начальник управления культуры и международных связей администрации ЗАТО Североморск Норина Ирина Леонидовна. Добрый день, дорогие друзья. Николай Германович так все подробно рассказал. Действительно, выставка очень яркая. И я думаю, что она привнесла вот это особое весеннее настроение, которого, может быть, нам не хватает вот в наши пасмурные дни. Эта выставка еще раз подтвердила, что учредителем выставочного зала является Управление культуры и международных связей. Действительно, у нас город закрытый, и проблемы въезда иностранцев существуют. А эта выставка подтвердила еще раз, что культура границ не имеет. Поэтому огромное спасибо, конечно же, Николаю Германовичу Жилнину, который предложил эту вывеску нам привез ее. Огромное спасибо коллегам выставочного зала и лично директору Наталье Владимировне Андреевой. Я очень рада, что вы все пришли, и надеюсь, что вы вот этот весенний заряд здесь получите. Спасибо. Ladies and gentlemen, дорогие друзья, выставка открыта! Видите, я просто...